Привет, друзья! Утром 6 августа на трассе под Нижним Тагилом произошла смертельная авария. Столкнулись две легковушки, Opel и Volkswagen. По предварительной версии, водитель Opel во время обгона вылетел на встречку и не успел вернуться на свою полосу. В результате ДТП несовместимой с жизнью травмы получила 51-летняя пассажирка автомобиля Opel, она скончалась на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи. 54-летний водитель Opel госпитализирован с переломами ног, травмой живота, в шоковом состоянии. Также травмы получили водитель и пассажир Volkswagen. С переломом предплечья и ушибом грудной клетки в больницу увезли 55-летнего мужчину. Его 32-летний пассажир получил перелом ребер. В момент столкновения все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.